Здравствуйте, дорогие телезрители! Я Кирилл Махров, а значит, игра «Думай, знай, познавай» вновь с вами. Мы подготовили 5 вопросов, которые хотим задать, как всегда, очередному нашему участнику. Пойдем зададим? Здрасте, представьтесь, пожалуйста. Я Лера. Лера, а я Кирилл. Очень приятно. Так, Лера, я задам вам всего лишь 5 вопросов. Вы думаете над ответом, говорите ответ и оцениваете его. Минимум 1 балл, максимум в 5. В зависимости от степени уверенности. С английского языка этот вид спорта буквально переводится как «ручной мяч». О каком виде спорта идет речь? Ручной мяч. Как может, вы думаете? Волейбол. Волейбол. Ну вот, как переводится у нас рука? Этот... Hand. Head. А мячик? Ball. Ball. Как игра называется? Headball. Ну, будем считать, что это... Не... Ну, смотрите, handball, да? Есть такая игра? Может быть? А если мы ее назовем гандбол? Знаете такую игру? Нет. Нет. Ну, как раз вот handball правильно говорит гандбол. Кто первым из мультипликационных героев получил звезду славы на аллее в Лос-Анджелесе? Вариант ответов. Винни-Пух, Микки Маус, Дональд Дак или Белоснежка? Пойдем, как вы думаете? Микки Маус. А насколько вы уверены? 3. На 3? Да. Это правильно. Действительно, это Микки Маус. На Олимпийских играх наша команда по хоккею становилась призерами всего лишь несколько раз. Как вы думаете, какое количество раз наша олимпийская хоккейная сборная выигрывала Олимпийские игры после Советского Союза? Я даже вам предложу вариант ответа. 2 раза, 0 раз или 5 раз? Пусть будет 2 раза. А на сколько? 3. 3. Это правильно, действительно, 2 раза. В 1992 году и в 2018. В 2012 году был снят фильм «Метро». Вы не смотрели такой фильм? Фильм «Катастрофа», рассказывающий о прорыве воды в туннель. Да? Да. А на самом деле такое было несколько раз. Вот. Это было в 1984 году, 2001 году, 2003. Так вот вопрос. Какой водоем в Москве все 3 раза... Благодаря какому водоему 3 раза осуществлялся прорыв вот в этих годах, которые я вам перечислил? Вариант ответов. Река Неглинка, Москва-река, Царицынский пруд или река Яуза? Москва-река. Да. Ну, смотрите, Москва-река, река Неглинка. А какие там еще есть? Река Неглинка, река Москва, Царицынский пруд и река Яуза. Царицынский пруд. Царицынский пруд? Ну, а Царицынский пруд тоже может быть. И река Яуза тоже может быть. Нет, пусть здесь все-таки Москва-река. А может, Царицынский пруд? Москва-река. А может, Царицынский пруд? Москва-река. Правильный ответ – Царицынский пруд. Для франшизы про какого героя написано больше всего саундтреков? Я вам больше скажу, что это не голливудский герой. Но про него снято больше всего фильмов. А, собственно говоря, и про него снято больше всего саундтреков. Как вы думаете, что это за киногерой? Из американского кино. Какого? Ну, я бы так сказал, британское. Ага. Ну, там очень много играло американских актеров. Может, Гарри Поттер? Но про Гарри Поттера всего снято 7 фильмов. Про того человека снято 25 фильмов. Тогда даже не знаю. 25. Актеры менялись, а имя и фамилия оставались прежними. Нет, тогда не знаю. Я уверен, что вы знаете этого человека. Нет. А если вам подскажу имя? Джеймс. Джеймс? Нет. Он агент.
Я думала, Шерлок Холмс может быть, но это не то, значит. Тогда не знаю. Не знаете. Это агент 007 Джеймс Бонд. Про него снято 25 фильмов. Ну, не на все вопросы вы ответили. В любом случае, спасибо вам огромное за игру. Удачи вам. Всего самого наилучшего. Смотрите нас на телеканале «Видное ТВ». Спасибо.